Ребята, у меня дубль 2. Все, я уже дома все поделала. Теперь поехали. С вами полазим, посмотрим духи. Не только духи, мне еще надо этот тушь для ресниц. Так что поехали. Так, все, ребятушки, пошлите покупать Коко Шанель. Сколько тут всякой красоты. Так. Dior, Armani, Estée Lauder, Estée Lauder. А вот наша Шанель. Так. Посмотрим. Я помню. Sí. Так. Вот такие вот красотулечки. Так, кому интересно, вот такие вот примерно цены. Коко Шанель, так, 116 евро, а стоили 140. Вот так красивенько упаковали нам. Смотрите, вот такая милая красота, такой вот фирменный бантик, фирменная коробка, там ну, так красиво. Шанелька написана. Ну, бумага Шанелька, и там так красивенько упаковано. Все, Танюшка, встречай, подарок едет. Так, теперь мне еще надо тушь Maybelline. Мне кажется, вот этот очень красивый. Так, пошли тушь Maybelline посмотрим. Вот это ж Шисейда, это мой любимый крем. Вообще, но он правда стоит сейчас 200 евро. Просто охренеть надо. А вот какие-то Шизейда наборы. И 25% скидки. Опять эта дурацкая музыка. Опять меня жахнет авторское право. Да, это очень дорогое. Бай. Так, мне надо так, вот карандаш Maybelline, это так покажу вам цены, помадки, но мне надо тушь. Это эти тональные крема. Так, вот такие вот помадки, туши.
Сейчас узнаю, сколько стоит. Мне надо вот это. Покупаю вот такой вот наборчик. Тут получается тушь, подводка и карандаш. Но я беру с другой тушью. Вот этот наборчик стоит 11,50, а с другой тушью немного там дороже. Вот такой вот сейчас набор по скидке, 85 евро. Это боди-лосьон, парфюм и для волос. И вот такой вот есть тоже по карабану, 82,95. И также вот есть в наборе такой вот по карабану. Вот такие красивенькие наборчики Gucci. Ой, это Prada, я прошу прощения. Вот. А вот Gucci 79,95. Сколько красоты! Да, на Gucci скидки. Короче, Танюша, все, что ты выбрала, это Шанель. Там все без скидок. Там все без скидок, да. Ну, потому что Шанель всегда продаст. Вот. Бурбери. Сейчас хорошо тем, что вроде бы как... Да. И не скидки, но тем не менее, что можно взять наборчики. Вот его новинка. Тоже сладкий, да? Потом, конечно, они забирают эти. Нет такой возможности приобрести в наборах. Когда-то я обожала эту Лакосту, вот розовую. Вкусы меняются. Вот даже вот на подарок кому-то вот недорого, 39,95, я считаю, недорого, шикарный подарок для любителей, конечно, Лакосты. Вот. Calvin Klein 44,95. Такая, в общем. Видите, акция была 93, сейчас 35. А вот эти вот крема, которые я говорю, которыми я пользуюсь, вот очень хорошие, прям очень. Я хочу сказать, что цена сносная, но оно того стоит. И вот эта вот маленькая штучечка голубенькая, это от Купер Роса, что я вам показывала, им пользуюсь. И на некоторые вещи 30% скидки. Так что круто. Боже мой! Я угорела, ребята. Это просто кошмар. Все тычат. Эти пробники дают нюхать. Бумажек Юля вон куча набрала. Там такая жарища. Испарение. Это сумасшедшее. Духов. Это трындец. Мне надо тапочки поменять. И потом пойдем. Вот. А я иду. Хочу поменять тапки. Купила было тапки себе комнатные.
такие классные вообще. А на одном как-то пшикает пятка. Ну, то есть, или немножко пробито, там такое, как танкетка. Короче, неудобно, и надо идти поменять. Фух. Так, я купила тушь, там где-то, и еще там две надо купить, но это уже в другом магазине. Не знаю, как это будет сегодня или нет, но, в общем, надо. Так, это этот магазин чинит. А там вроде не такой вход был. А вот по традиции испанцев, что они Новый год должны встречать в красном белье. И вот как раз прохожу магазин и хочу вам показать, сколько красоты продается красного цвета. Так что мы пришли за красными трусишками. Также пижамки, все красное, в общем, носочки, тапочки, огромный выбор трусов, какие хочешь. Так что спешите, кто еще не купил, для того, чтобы исполнялись ваши желания. Новый год встречаем в красных трусах. Хочу вам показать, как у нас красиво вот украшено, видите? Смотрите, какие елочки из цветов. Живые, гляньте, как прикольно, просто как классно. Вот такие звезды. Дурацкая камера этой. Вот. Все идешь, все горит, все мигает. Там вот все деревья. Обычно в те года, в прошлые, тут всегда играла громко музыка. В общем, барабаны бахали. Ну, типа как ярмарка, да. И это скопление людей. Там переодевались во всякие эти мишки там. Утки развлекали детей. А в этом году просто сделали красивенько. И все. По какой красивой аллейке мы с вами идем. Классно. Не хочется даже домой идти. Чего дома сидеть? Так ходишь. Огонечки поднимают тебе настроение. А мне хочется передать это настроение вам. Билет какой красивый. Сейчас пойдем посмотрим. Подсветка так бьет, ничего не видно. Видите, тоже билет такой. Молодцы. Все красивенько. Все так ухожено. Круто. Круто, круто, круто. Thank you.
купить чуросы домой, поэтому сейчас я покажу вам, смотрите. Они так пахнут, боже мой. Чуросы. Хочу купить такие обычные. Он вот так вот выдавливает их и сразу жарит. Я купила. Я когда снимала, они говорят, только меня не снимай. Поэтому пришлось на секунду выключить. Боже, они вот. Вот они. Они такие тепленькие. Теперь мама пошла пополнять карточку. Вон она. И теперь я к ней бегу. С теплыми, вкусными, сладкими чурросами. Сейчас покажу. Что, отдала мне свой влог на секундочку, да? Мои курочки. Смотри, что я тебе принесла. Только что спекли. Вау, какой запах. Да, я хорошо покажу. Девочки, приходите на чай. Они так вкусно пахнут, да? Все, ребятушки, мы сегодня... во всяком случае, я точно сегодня с вами прощаюсь, потому что просто нет сил, я устала. Мне еще надо на заказ купить хамон, оливки, фуэт. Ну, у меня уже просто нет сил. И я иду домой пить чай. И так хорошо мы заканчиваем наш вечер. И... Опа! Плюшки!